нас очередная распаковка. Приехала мне здесь посылочка. И сразу скажу, что не одна, а две. Можно сказать, даже три, потому что одна еще посылка внутри этой посылки. То есть мне там две посылки объединили. По этой посылочке это мармышинговая тема. Это будет чуть попозже. Сегодня хотелось бы завершить подготовку к новому сезону по Хиробуне. И приехала мне вот такая вот Хиробуна-табуретка. То есть это стул для ловли рыбы в стиле Хиробуна. Сейчас мы ее откроем, посмотрим, что же это такое. Когда искал и выбирал себе стул для ловли в стиле Хиробуна, был у меня выбор. Сначала смотрел на аргентовский стульчик, потом нашел в старом Шамане, и потом точно такой же был в японских снастях. Хотел заказать в старом Шамане, но скидка, которая была предоставлена японскими снастями, по секрету скажу, почти в 2 рубля разница, она меня все-таки убедила. Ну и сейчас мы откроем и посмотрим, что же у нас там есть. А для этого мы возьмем снова свои супер анбоксинговые ножницы 60-х годов выпуска и посмотрим, что же у нас там лежит. Приступим. Как бы чего только не порезать. То там, по идее, должен быть еще рюкзачок. Все, победил. Так, это берем посылочку. Тоже вторую берем. Значит так, что мы здесь имеем? Мы имеем вот такой рюкзак. Лямочки. Лямочки, ручка дополнительная для переноски. Лямочки, скажу, такие, что вроде как регулируются. Вот такие стрёмненькие. Материал вроде ничего так. Сбоку рюкзака по бокам имеет вот такие сетчатые достаточно глубокие карманы. На передней стеночке мы видим тут на одной молнии тоже карманчик, практически на пол рюкзака. Ну не знаю, что сюда можно будет засунуть. Что-то можно засунуть. Здесь мы имеем еще что-то на велкро. Это я так понял, сюда можно что-то положить. И дополнительно длинномерчик. И ручку для сачка. И дополнительно вот этим вот закрепить. Так, здесь у нас рюкзак, одна молния. Молнии, конечно, не UKK, внутри типа плащевки, но такой бюджетный, то есть не супер-пупер там чего-то, ну как-то так. И достаем, что же у нас тут есть. Мы больше ничего не видим. Ну, думаю, для транспортировки этого стульчика в принципе сойдет. Так. Это, я так понял, на спинку одевается. Тут что-то такое, то ли на китайском, то ли на японском, не знаю. Затем в комплекте идет у нас вот такая сумочка, и в этой сумочке тоже здесь вот липучка чего-то, карманчик. А,
это не карманчик. То есть здесь вот одно отделение где-то на 2/3 открывается, и там лежат всякие прибамбасы. Прибамбасы, такие вот пластиковые накладки. Это, я так понял, они одеваются на вот такие вот пятаки, которые стоят на ножке. То есть если вы ловите где-то на каком-то таком водоеме, где доски там лежат или еще что-то такое, помосты, пирсы, то есть вы их одеваете, чтобы было все по фэншую. Пятаки надо обдирать какой-то вот этой. Это я потом обдеру. То есть это пятаки у нас на ножке. Должно быть 4 штуки. Двух не хватит. Так. 4 пятака. 4 накладочки. Дальше что у нас еще есть? Так, у нас есть вот такие вот кронштейны. Эти кронштейны, вот конкретно эти, я так понял, это под зонтик. Это будет такой предобзорчик небольшой. Потом более подробно, там более конкретно, это уже на воде, на рыбалке, сниму ролик, чтобы уже конкретно показать, как это все устанавливается, что это делается и так далее. Затем у нас есть еще кронштейны. Раз. Два. Эти кронштейны, как я понял, они одеваются на ножку. И сюда у нас вставляется либо стойка, подставка для удочки, либо подсак. То есть заодно сейчас и проверим. Я с собой взял это, выписывал у китайца, который меня обманул, который тут должна была еще стойка идти, пришлось мне покупать новую подставку для удочки. Ну, это пригодится. Так, что-то оно как-то, сейчас попробуем, будет она зажиматься, не будет. Все зажалось, все отлично, красота. Так, с этим разобрались. Значит, их два, и тут еще такие вот болтики. Эти болтики 4 штуки, как я понял, надо крепить пятаки ножкам. Так, ладно. С этим понятно, это мы сейчас пока все уберем, потом я это все разгребу, посмотрим, что же за стул. Кстати, тут у меня лежит еще вот эта вот посылочка, это тоже мармышинговая тема, мармышинг, микроджиг и так далее, но это потом. Так, здесь мы видим тарелку магнитную, то есть она идет, подставляется в комплекте со стулом. Так, со стулом. Ага, вот он. То есть такая простенькая тарелочка, без всяких. То есть магнитная. Ну, у меня есть другая. Вот, может, тоже куда-нибудь приспособлю. У меня есть другая, более крутая. Я ее приспособлю сюда. И здесь вот такой пластиковый кронштейн. Для того, чтобы эту тарелочку у нас. Ну, скажем так, тарелочка
дешманская. Такая. Так. Так. Так себе. Лучше так. Под балду засунули. Это не суть. Так, ну и сам стул. Это первое впечатление такое, как раскладушка советская. Оба легким движением руки мы получаем вот такую табуреточку. Так, эту табуреточку, ну здесь надо все это, сейчас я это все уберу, потом покажу. Так, вот такая примерно собралась табуреточка, то есть сюда мы крепим кронштейн. Для того, чтобы держать тарелку, сюда крепятся эти кронштейны для того, чтобы с одной стороны удочку, а с другой стороны, скажем так, для подсака ножки здесь вот они регулируются, то есть здесь какую надо такую поставить. Но вылет у них небольшой, где-то 12 сантиметров. Все размеры я картинки вставлю, думал подпружиненные, но они не подпружиненные, то есть сами не выезжают. Ну, скажем так, бюджетненький такой стульчик. Сюда болтиком прикручивается наш пятак, то есть он, здесь шарнирное такое соединение, и он у нас, в принципе, по идее, должен даже вот так вот как-то вставать так, как ему надо. Ну, не знаю, что из этого получится. Потом соберу. Как я уже сказал, будет так, предобзорчик небольшой. Надо до конца ободрать полиэтилен. Такое ощущение складывается, что сначала его полиэтиленом весь стул обмотали, а потом собрали. Так, а это у нас... У нас вот так сюда спиночка одевается. Посидел, здесь такой сетчатый, достаточно крепкий, прошит хорошо материальчик. То есть я на ней посидел, достаточно удобно. Ну а как это будет выглядеть на рыбалке, там уже посмотрим. Вес всего 2 килограмма, поэтому думаю, для херамуна рыбалки самое то. Вот так как-то сейчас буду сидеть тут все это обдирать, паковать и так далее. Ну а непосредственно уже на самой рыбалке, на первой, где будет использован этот стульчик, я уже конкретно все покажу, что у меня из этого получилось, как на нем сидится, как он регулируется. И все будет у нас хорошо и очень здорово. Ну а по этим двум посылочкам это уже отдельная тема. Как я уже говорил, тема мормышинга. Это будут обзоры чуть попозже. До Нового года херабун разобрался. Ну, чуть-чуть не успел. А сейчас будем разбираться с мормышингом, будем разбираться с микроджигом и будем разбираться с остальными спиннинговыми делами. Кастинг, ну и тинкара. И тинкар тоже никуда. Так что какой-то такой обзорчик, может быть, немножко сумбурный, но какое-то представление, думаю, будет. Ну что, на этом всем пока.